Для того, чтобы загрузить видео на свой Google диск, заходите в свой диск, который находится в облаках, и нажимаете на кнопку «Загрузить». У вас должен быть готов где-то этот файл, который вы хотите загрузить на диске. Вы нажимаете на этот файл и отправите. Начинается загрузка. Загрузка этого файла в формате MP4. И вуаля. Файл можно воспроизводить. Кроме того, можно его переименовать. Можно встроить это видео, получив код, который уже теперь не будет привязан к YouTube. А вы можете его вставить в свой блог с помощью этого кода или в свой сайт, Google сайт.